игры Far Cry 3, которого у вас видит за моей спиной. К сожалению, сюда привезли только ПК-версию игры. Демонстрация именно вот ПК-оптимизацию, которую вы можете видеть слева от меня. Ну что я тут могу сказать? Пока что я сам еще не успел опробовать эту версию игры, но надеюсь, что посоветую его очень достойно и опробую ее специально для вас. Ну я наконец-то добрался до играбельной версии игры и пытаюсь продемонстрировать вам ее во всей своей красе. Опять нам не повезло, поскольку мы уже берем игру после кого-то, не с самого начала. Поэтому нужно будет разбираться на месте. Графика меня уже привлекает. Довольно-таки симпатичная. Знаешь, чтобы камера не очень удобная. Вот мы только что провалили какую-то миссию. Ну, в принципе, игра начнется заново. Что не особо нас огорчает. А пока ее загрузку, мы можем посмотреть на человека, который не дождался играбельной версии. Можем посмотреть его слева. Этот человек не дождался, пока появился очередь, и решил скончаться тихо, чтобы никто его не заметил. У нас видно управление. Это не особо богатое, но что поделать. В принципе, я даже не знаю, куда нам надо идти. И что же нам делать? Карта как-то не особо хорошо показывает нам, куда идти, что делать, зачем идти. Ну как, в принципе, хороший кусок стрельбы, да? И интересные вмятинки остаются в земле. Вмятинку мы уделим потом в свое время. Попробуем сделать квест. Так, поскольку нам оставили у нас рюкзак полный. А, это у нас пауза игры. А где же инвентарь? Инвентарь у нас доступа нету пока что. Честно, я даже не знаю, что здесь надо делать. Опа, мне кажется, я вижу дельтаплан. Надо будет полетать на этом острове и узнать, как что. Давно хотел это сделать, честно вам скажу. Так, еще бы узнать, как его... Интересно, какое управление. Попробую куда-нибудь прийти в какое-нибудь дельное место. Графика завораживает. Красивый остров. Правда, пока ни одного населенного пункта. Понял, возвращаюсь. Я, честно, не представляю, куда нам надо идти. Может, мы пойдем к другому стенду, покажем. Ну да, думаю, что еще интересненько мы должны вам будем показать, поскольку здесь как-то все непонятно. Здесь человек уже производит такие военные действия. По типу он показывает на чужую базу, пытается расстрелять супостатов. И у нас тут первый баг. Человек застрял в стенке. Бывает и такое, дорогие телезрители. Бывает и такое. Ну что ж, коллега, двигаемся вперед? Двигаемся. Ага.